Здравствуйте, дорогие телезрители! Игра «Думай, знай, познавай» вновь пришла к вам. Я и ведущий Кирилл Махров. И вновь мы подготовили 5 очередных вопросов, которые хотим задать очередному нашему участнику. Надеемся, что в этот раз он ответит на все вопросы абсолютно правильно. Давайте зададим. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Алина. Алина, а как ребенка? Кузьма. Кузьма, Кузьма, привет. Он не разговаривает. Ничего, сейчас разговорим. В каком городе происходит действие рассказа «Муму»? Без понятия. Ну давайте, в Санкт-Петербурге, в Москве, в Твери? Я думаю, в Твери. В Твери. Понятно. А насколько уверены? Вообще на ноль. Не уверена. На ноль. Я не читал «Муму». Ясно. Действие происходит в Москве. Какое животное являлось символом Олимпийских игр в Москве? Медведь. Ой, так. Олимпийских... Помните, еще песня такая. До свидания. Наш, там ласковый Мишка. Мишка, наверное. Возвращайся в свой сказочный лес, да. Это действительно так. Известно, что компьютерную ошибку называют багом, что переводится как жук. Почему именно жук, а не что-то другое? Как вы думаете? Ошибка. Да, называют багом. Почему именно жук? Почему именно жуком называют ошибку? Вот раньше, знаете, подсказку хотите? Но, знаете, раньше компьютеры были огромные. Они, конечно, были меньше, чем вот дом, например, но были очень большие. Если туда жук какой-нибудь попадал в компьютер, и компьютер ломался, может быть, поэтому. А насколько уверены? На единичку. На единичку. Вы правы абсолютно. Действительно, первая поломка компьютера была связана с бабочкой. Залетела бабочка в этот огромный компьютер, и ученые ломали голову, что же произошло с этим компьютером. Назвали теперь ошибки компьютерным багом. Буду знать. Кто по профессии является Пинчер старший и Добер младший? Мультфильм про Фунтика. Пинчер старший. И Добер младший. Фунтика. Сыщики? Сыщики. Сыщики, по-моему, они сыщики были. А может, дворники? Нет. Точно? Да. А на сколько? Уверена, на тройку. На тройку. Действительно, это сыщики. Сколько градусов угол, который мы часто называем прямым? 90. А может, что? Нет. Может, 110? У меня пятерка с плюсом. С плюсом. 90. Да. А насколько уверены? На 100%. Понятно. На 5 баллов. Действительно, это 90 градусов. Но, к сожалению, 20 баллов вы не набрали. Но в любом случае, от наших друзей мы вам дарим вот такой сертификат. Клиника красоты. Ого, на 1000 рублей. Оставайтесь всегда такой красивой, жизнерадостной и счастливой. Спасибо большое. Удачи вам. Спасибо вам огромное. До свидания. До свидания. Всем пока.